Друзья, привет! Сегодня мы с вами будем тестировать вот такие макарошки. Это замороженный продукт, я его купил в Ашане. Стоит он 77 рублей. Признаны наши макарошки во Франции. И год и полтора года, это же вообще что-то врально. Макарошки. Давайте вскроем, посмотрим, что из себя представляет. Где наши морозы, макарошки. Кстати, макарошки-то наши с лососем и минтай. Ничего себе. Вскрываем наши макарошки. Ну, замороженные они не очень красивые. Надеюсь, когда разогрев микроволновочки, будет интереснее смотреть на них. Так, давайте по инструкции 6-7 минут в микроволновке на максимум. Поехали. Ну что ж, друзья, вот такие вот макарошки у нас. Грелись ровно 6 минут. В принципе, тут видите, это все лосось. Такие большие кусочки. Тут видно минтай. То есть все, в принципе, очень даже цивильно. Давайте пробовать французские макарошки. Кстати, отличный вообще сливочный вкус. Ну-ка, рыбка. И рыбка вкусная. Что ж такое? Ну-ка, минтай. Сейчас мы найдем минтай. Попадается кусочки, не найдет, наверное, овощи. Так, минтай. Все очень вкусно. Вообще просто вот. Давайте по 10-бальной шкале поставим 9 баллов. Это достаточно много рыбы-то. Это за 77 рублей. С учетом того, что это сделано во Франции. Отлично. Давненько не бывал в Ашане. Месяц, наверное, 3. А тут что-то решил заехать. Он прям сразу бросил в глаза вот такая упаковочка. Там много всякой заморозки такой уже готовой продается. Очень много... Стоедов, кажется, так марка называется, очень много ее заморозки. О, такой я видел первый раз у нас. Лосось. Очень нежный сливочный вкус. Он отлично подходит к макарошкам. Ну вот, как-то такой вот обзорчик. Давайте еще раз попробуем. В принципе, забегая вперед, хочу сказать по поводу своего канала. Сейчас я заказал порядка 7 посылок у меня идет всяко разных. Хочу отовсюду по чуть-чуть попробовать поделиться с вами вкусами иностранных всяких блюд, фастфудов, чипсов, сухариков, лапши быстрого приготовления. Надеюсь, вам понравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!